Что касается празднования в этом году, событие знаковое. Почему? Пробую очень кратко объяснить. Здесь у нас 7 мая в киноконцертном зале выступал Большой симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиев. Маэстро Гергиев будет 24 числа дирижировать на Красной площади в 12 часов дня большим сводным хором и празднование дня святых Кирилла и Мефодия славянской культуры и письменности откроется на Красной площади исполнением вот этого гимна. И во всех регионах Российской Федерации, во всех крупных культурных центрах, именно в 12 часов и везде сводные хоры будут исполнять этот гимн, и затем далее целую программу патриотических произведений отечественных авторов, местных композиторов, детские хоры, взрослые хоры, народные хоры и академические. Когда маэстро Гергиев проходил через эту площадь с концертного зала до здания Новой Пензенской филармонии, он сказал, что, пожалуй, такой уникальной площади больше нет нигде. Поэтому я считаю, что вот после того события, которое в 12 открывается на Красной площади, вторым по значению пунктом, вторым по значению объектом, где будет открываться в России День Святого Кирилла и Мефодия, будет вот эта наша площадь, искусств, которая, ну, так, рабочее ее такое название, площадь искусств, пока официального названия нет. Почему? Более 1000 человек в составе сводного хора, начиная с губернаторской симфонической капеллы, 4 оркестра, оркестр губернаторской симфонической капеллы, оркестр хора Гришина, духовой оркестр под управлением Набережного и джазовый сам под управлением Юрия Белоногова будут расположены вот там на площади перед ступенями входа в центральный киноконцертный зал. Здесь будут стоять станки, здесь будут расположены хоры, еще раз повторяю, общей численностью свыше 1000 человек, начиная от детей 5-6 класса и заканчивая беленными сидельными ветеранами в составе сводного ветеранского хора, народные хоры, академические и хоры детские, как я уже сказал. Исполнены будут Чайковский гимн святым Кириллу и Мефодию, Трубин «Пройдись по Пензенскому краю», Гришин 18 лет, и затем по блокам пойдут выступления. Детские хоры исполнят 6 произведений, и смешанный хор исполнит 7 произведений, и завершится все «Славься, Гнина». Такой огромный-огромный взрыв патриотической песни и музыки здесь будет проходить. Здесь мы ожидаем, конечно, многие сотни зрителей. Это суббота. Мы понимаем, что это будет жарко. Мы сейчас уже готовим организационно. Сейчас вот выехала машина в Куваку, и фирма Куваку помогает нам и представляет здесь питьевую воду. Мы заказали специальные кепочки, такие картонные, всем участникам этого хора. Поэтому здесь будет красочное зрелище, которого в течение последних 30, пожалуй, лет Пенза и Пензенская область не видела.